Следующие полуфиналисты всегда в поиске нового звучания и не боятся экспериментировать даже с классикой. Смелые, креативные, талантливые. Квартет «Тенгри». Квартет «Тенгри» – профессионалы, очень четко знают материал, к которому они подходят. Виртуозно владеют своими инструментами, но они не ограничиваются только классическим образованием и классической подачей материала. От них можно ожидать все, что угодно. Я не скажу, что струнных квартетов мало, их достаточно в каждой стране, но вот с такой необычностью подходить к материалу, базируясь при этом максимально на классике и потом ее развивать, вот это очень круто. Классическая музыка в нашей жизни – это, наверное, в первую очередь самовыражение себя через музыку, передача чувств своих через вот мелодии, которые мы исполняем. Мы играем каверы на популярные песни и используем много новых техник. Классическая музыка, можно сказать, что это уже часть нашей жизни. Мы продвигаем интернациональную идею культуры, музыки в частности, и объединения. В первую очередь людей должны объединять музыка, культура, любовь, счастье. Для полуфинала мы приготовили очень интересную попурри, идею для которой нам подсказала сама концепция проекта Central Asia's Got Talent. Это 5 стран, поэтому мы взяли 5 самых популярных, самых известных народных песен среднеазиатских и сделали вот такую вот фантазию на их тему. Уверен, всем понравится. Дорогие вы мои, родные, струнный квартет «Тенгри». Поздравляю вас с прохождением в полуфинал в таком грандиозном, многожанровом проекте Central Asia's Got Talent. Хочу пожелать вам всего наилучшего, всего доброго, светлого. Я считаю, что это победа. Вы настоящие музыканты. От всей души, с большой радостью поздравляю моих друзей с прохождением в полуфинал проекта Central Asia's Got Talent и желаю им победы. Я вам желаю выйти, ну, во-первых, в финал выйти. Следующие, так сказать, ступень, чтобы стали лауреатами этого конкурса. Мы будем вами гордиться. Это невероятно вдохновляет, это невероятно мотивирует. Спасибо вам огромное. Спасибо. За такие теплые, чудесные слова. Не каждый решится взять сложный материал и замахнуться на народные хиты. Они снова удивят вас. Встречайте, квартет «Тенгри», Казахстан. Thank you.
Got Talent. Ребята, как настроение после выступления? Вы довольны? Настроение отличное, было очень весело, очень здорово. Я думаю, мы выложились на максимум. Серик, как ты считаешь, Тенви удалось сделать шаг в своем творческом развитии? Каждый из присутствующих артистов на сцене уже сам по себе не просто самородок, а уже такой бриллиант, прошедший серьезную школу. И вот 4 серьезных артиста собрались на этой сцене и продолжают нас радовать творческими экспериментами. Спасибо большое. Ну, о профессионализме этих ребят можно и не говорить. Это мы все это видели, какие они абсолютные музыканты. У меня действительно, друзья, было такое ощущение, как будто вот мы так это воспарили, как орел, да, наш. Как будто вот этот орел, он так облетел все эти страны и приземлился на Аль-Киса, так сказать, на родную землю. В одно единое целое произведение это все слилось, как будто это одна песня. Спасибо. Спасибо большое. Рахмет. Вы дарите столько любви, вы владеете своими инструментами так профессионально, что ваша любовь передается через каждую вашу нотку, и у вас невероятная любовь к сцене, к вашему творчеству. Это очень чувствуется со стороны. Спасибо большое. Спасибо, ребята, удачи! Новый Galaxy S22 Ultra объединяет в себе мощность линейки Note, камеру профессионального качества и производительность серии S. Galaxy S22 Ultra – первый среди сильных. Unstoppable today.